В экопарке на Муринских прудах начался второй этап озеленения. Работы ведутся с 24 сентября. Их планируют закончить уже на этой неделе. Вторую неделю специалистами службы экологической безопасности высаживают кустарники. Пузыреплодник нескольких разновидностей, дерен, кизильник, барбарис. Вы можете посмотреть красоту, которая буквально весной расцветет листочками, красивыми цветочками и будет окаймлять дорожки нашего парка. Всего высадят около 3000 кустов. На весну запланированы работы по уходу за зеленью. Посадки осуществляются в траншеи. Укладывается посадочный материал, высаживается, проливается. Маленечко пройдет подрезка по всей живой изгороди. Посадочный материал специально завезен из того же питомника, что и саженцы. Это помогает растениям лучше укорениться. Состояние газона, который посеяли в прошлом году, по мнению специалистов, удовлетворительное. Семена проросли, в следующем сезоне красивая травка затянет все пространство экопарка.